Писать стихи Тамара Романова начала очень рано. Уже в 12 лет были ее первые публикации в елецкой газете «Красное знамя». Там же она посещала литературную студию. После окончания института работала переводчицей, затем преподавателем и продолжала писать стихи. Романова уверена, что в каждом человеке есть творческое жило, а сам процесс творчества помогает оторваться от суеты и осмыслить мир. Творчество, оно забирает человека на некоторое время, оно его поднимает над землей и над бытом. Каждое стихотворение поэтессы – это исповедь взволнованной и любящей души. Она говорит, что поэт иначе все чувствует, глубже и тоньше воспринимает все вокруг. Сейчас готовится к изданию ее книга «Восстань от сна, душа моя», в которую вошел очерк «Иерусалимский дневник». Тамаре Романовой удалось дважды побывать на земле обетованной. Вот так и глядеть бы, вот так и глядеть бы на Иерусалим, что лежит за окном. Так и взлететь бы, вот так и взлететь бы в небесные дали, забыв о земном. В Иерусалиме Тамара Александровна сделала много снимков. Она увлекается фотографией, иногда даже готовит свои персональные выставки. На фотографиях то, что близко самой поэтессе: родная природа, храмы, человеческие эмоции. Во всех начинаниях ее поддерживает супруг. Вместе они почти 40 лет. Семья и жизнь – это творческий процесс. И очень важно построить его с любовью. Вот если это чувство есть, то можно надеяться, что жизнь твоя не пройдет даром. В настоящее время Тамара Романова является исполнительным редактором сайта «Первый Липецкого благочиния». За труды в деле духовно-нравственного просвещения поэтессу наградили медалью святителя Тихона Задонского.